примерно в 5 позициях от него. Пересадка с колеса на колесо совсем не обязательно будет удачной. Вот это да! Тут же жесткая конструкция, он застрял просто потому, что он зажат в этом створе. Автобус, и тут уже ничего не сделаешь, кроме как, может быть, только снести эту финиш этапа. Может и не пригодится. В этот момент каким-то непостижимым образом автобус все-таки уводят из створа. И куда его теперь дальше-то девать? Или, может быть, все-таки старая финишная черта? Водитель мечется, тут публику бы не подавить. И завал на высокой скорости в голове пелотона. При такой нервотрепке это было неизбежно. Пелотон отсечен. 60% гонщиков осталось в хвосте, включая и капитана Катюши вместе с его оруженосцами. Тут же сообщают о том, что финиш будет на финише, как было запрогнозировано. Падает Саган. Практически все произошло в голове. Тотальное безумие. Генеральщики, спринтеры, кто там только не пострадал. Так чисто и грамотно начинавшийся этап смазан тем, что происходит на последних километрах. Туровское безумие все-таки накрывает самую престижную гонку мира. Гос выжил, судя по всему. Саган не получил серьезных травм, но получил удар по амбициям. Очень надеется. Я думаю, что гарантированно должна быть нейтрализация финала этого этапа. И все те, которые застряли за завалом, должны получить то же время с этим отрывом. Ой, какой опасный бетон по внутреннему радиусу. Вы видите, некоторые шлемы буквально в миллиметре проскочили, как, например, чемпион мира. Кучка, человек из 40 максимум, а может быть даже и меньше, начинает разыгрывать этот финиш. Уж такой развязки никто не ожидал. Но Кевендиш-то есть, его команда есть. Поэтому каким способом все равно, но он имеет максимальные шансы выиграть. У Грапеля поломка велосипеда. У меня нет слов. Обслужить Грапеля уже невозможно. Цепь висит, такое ощущение, что сломался задний переключатель. Опаснейший вираж здесь. Часть Катюши все-таки здесь осталась, кстати говоря. И не исключено, что Пурито в нужный момент все-таки успел выдвинуться вперед. Мавистар впереди. Миллер постоянно ищет Хэшедала. Успел, не успел. Довезли, не довезли. Перестроение спринтеров. Лишившись двух главных соперников, Кевендиш имеет еще большие шансы, чем обычно. Но есть Киттель. Теперь главными соперниками становятся Гос и Киттель для Марка Кевендиша после этого курьезнейшего, можно так сказать, завала. После этого безумного окончания, после проблем с автобусом, кто-то теперь скажет, что Орика нарочно поставила там в створе автобус. Глупые предположения. Тоже часть жанра. Такие два касания были у Хагена. Вираж на пределе сцепления резины. Прошли. Хорошие покрышки. Продолжается скоростной около пляжа правый поворот. Струна уже практически в одного. Рождается поезд Аргас Шимано. Киттель на четвертой позиции, уже на третьей. Где Кэп? Где его майка национального чемпиона? Развоз под ветрами получается довольно силовой, чрезвычайно некомфортный. Кристоф молодцом. Кристоф усидел. Алекс примерно до 10-й позиции. Вышел, как Феникс из пепла восстал. И сейчас имеет шанс атаковать. Придется потолкаться. Где финишная черта? Стегманс выскакивает, теряет Кевендиша с колеса. Герт Стегманс идет в одиночку и уходит в отрыв. Контадор и компания в отвале, как и большинство генеральщиков.
Начинает потихоньку прибирать Стегманса, но хватит ли им расстояния? Его капитан явно не получает поддержки. Хорошо, если Трентин его доставит. Или Стегманс просто вызывает огонь на себя. Еще один опасный вираж. Кристоф пытается воспользоваться этим искривлением. Неплохо получилось. Ищет колесо Кевендиша. Садится за Кевом. Если Кев здесь есть, не факт. Выходит постепенно, да, Кева где-то потеряли. Выходит постепенно Кристоф. Если бы открылась калитка, ну давай, давай, Алекс. На первой позиции Александр, силовой финиш, чуть-чуть не терпеть. Ах ты черт, Китель. Китель пол велосипеда. Главной спринтерской надежде Катюши. Победа была на расстоянии вытянутой руки. Какой же здоровый все-таки немец, вы видите, какая мускульная масса. И такой финиш, небольшой пригорок, и при непомогающем ветре это самое оно, это то, что он любит. Позиция великолепно выбрана, в одиночку просолировав, растолкав всех, найдя единственную тропинку, Кристоф высовывается, но начало чуть-чуть более импульсивное у немца. И сохранивший наибольшую компактность Арго Шимано приходит победителем, как команда. В целом, Мэтт Госс